Центр творческой молодежи имени Олжаса Сулейменова открыли в Павлодаре. Известный казахстанский поэт лично принял участие в его торжественной презентации. Центр будет способствовать развитию талантов, а также станет площадкой для реализации молодежных инициатив. Центр творческой молодежи нацелен на большие перспективы. Это место консолидации молодых талантов. Третьекурсник Павлодарского государственного педагогического университета Айдос Хамитов – начинающий поэт-композитор. Недавно написал песню о любви, а вот сегодня стал обладателем именной стипендии своего кумира Олжаса Сулейменова. В первом курсе, получается, влюбился в одну девчонку и сочинил это для нее. Было лето тогда. Вот об этом написал песню. Хочу в дальнейшем написать песню про Казахстан, про свою страну, родину. Будущие педагоги довольно активны в своих начинаниях. В университете особенно популярен молодежный центр. Здесь студенты обсуждают, планируют и выдвигают новые инициативы. Русана Самекова – лидер волонтерского движения. Говорит, это уникальная возможность реализовать массу проектов в предстоящий год волонтеров. Мы сейчас в процессе создания этих проектов. Эти проекты касаются как и ветеранов Великой Отечественной войны, как и малообеспеченным людям. Также мы хотим как бы развить волонтерскую деятельность, чтобы каждый молодой человек мог, вернее, понял, что добровольчество – это призвание. В педуниверситете Олжасу Сулейменову посвятили не только центр. В честь звезды мировой величины выпущен документальный фильм. Это одна из 100 короткометражных кинолент об исторических личностях Прииртышья, снятых в стенах вуза. Первые 50 работ презентовали в начале лета, вторую часть уже спустя полгода. Замечательно, что вы затеяли эти проекты, что знакомите павлодарцев, не только павлодарцев, казахстанцев и вообще зрителей с выдающимися людьми своего края, потому что о них мало писали, хотя мы знаем каждого из них, но вот так совокупно вместе показать, это пока не удавалось никому. На следующий год авторы намерены выпустить еще 50 фильмов. Ербулович Самат Аспанов, Алексей Омельницкий из Павлодара, Хабар 24.